Это цветы, получается. Цветы, душистый табак и вот астры несколько штук. Астры и душистый табак розовый. И здесь тоже. Высад белый. Здесь остатки огурцов еще. Огурчики здесь, тыква, баклажаны, ой, эти цукини. И цукини, и кабачки, патиссоны, арбузики. И где-то дыни. Дыни вот, наверное, маленькие. Вот такие. И здесь тоже огурчики. Но здесь все разные. Они разнокалиберные, все разные по названиям. По-моему, вот это тоже лезет. Тыква у меня. Не могу достать. Надо высаживать в грунт. Надо все высаживать в грунт. Подожду, покуда появится еще хотя бы два листика, и буду высаживать. А то они потом сильно болеют. И у меня вот этот останется душистый табак. Надо его немножко пролить, наверное. Вот этот не распикировала, потому что он уже будет болеть, он не успеет. Я его сразу посажу в ящики. Ну, ящики притяню маленько, чтобы сильно на них не попадал солнечный свет. Этот у меня фикус. Хорошо здесь ему нравится на подоконнике. И немножечко что-то поцарапался листик, когда выходил, наверное. Вот, а так все цветочки я унесла все в теплицу. Вот это стараюсь не заливать, потому что основная моя ошибка, конечно, была, наверное, ну, то, что я заливала. И тот кот, который был до этого, он их просто ел. Вот здесь вот тоже кто-то сожрал листик. Наверное, кот получит по шее.